Хей-хей-хей! Всем привет! Хотела сказать привет, мальчики и девочки, но сегодня мне придется, наверное, сказать привет, девочки, девушки, женщины, красавицы, потому что сегодня у нас будет урок красоты. Ну, конечно, может быть, и есть такие мужчины, которые за собой скрупулезно следят и делают маски для лица. Если такие есть, пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы всегда рады добрым, позитивным людям на нашем канале. Меня очень многие спрашивали по поводу секретов красоты. Вы знаете, у всех красота – это понятие разное. Нельзя одного и другого человека равнять под одни и те же мерки. Для кого-то приемлемо одни вещи, для кого-то совершенно другие. И также в красоте. Вы знаете, у меня есть тут один товарищ знакомый. Он собрался, мужчина, он собрался себе делать круговую подтяжку лица, чтобы на него обращали внимание больше молоденьких женщин. Так что, пожалуйста, не каждый мужчина пойдет на это, правильно? И не каждая женщина даже пойдет на это. Но сегодня мы не будем говорить о пластических операциях, мы будем говорить о очень простом средстве, домашнем средстве, но очень эффективном. Меня спрашивали показать, рассказать, какие крема я использую, что я использую. Здесь я поставлю меточку, где можно найти мое старое видео. Я уже где-то показывала. Я использую абсолютно простые крема и очень дешевые крема. Но у меня есть своя методика. Например, многие девушки, женщины используют ночные крема. Перед сном они накладывают на лицо и под веки крем ночной. Для меня это неприемлемо, пожалуйста. Опять-таки, это реакция моего организма. Я перепробовала очень много-много различных средств, различных кремов. И дорогих, и не очень, и совсем простых для использования перед сном. Но вы знаете, если я что-то нанесу вот на эту часть глаз, это утром... Лучше не вспоминать. Я всегда просыпаюсь с каким-то одутловатым, опухшим лицом. Вначале я не могла понять, в чем дело, а потом я начала экспериментировать, смотреть, и это все от кремов. Какой бы ни был крем хороший, мне вот это дает такую реакцию. И что я теперь делаю? Ничего. Я не использую на ночь никаких кремов. Я обычно наношу увлажняющие питательные крема, также какой-нибудь легкий кремчик под глазки утром, только утром. На ночь я ничего не использую. И опять-таки для меня, для моего организма, я заметила, всем известно, где-то за 2 часа до сна лучше не кушать, но также и лучше не употреблять много жидкости, потому что если я напью, например, напьюсь чая или еще что-нибудь, не, шучу, конечно, если я выпью больше жидкости ближе ко сну, я просыпаюсь вот с отечными глазами. Поэтому мой секрет – меньше жидкости и простые средства, которые я наношу утром. Но что я еще делаю? Сегодня я хочу вам показать легенькую-легенькую масочку, но очень эффективная. Нам потребуется петрушка. Вот такая вот. Ах, пахнет, обожаю. Запах лета. Запах здоровья и красоты. Я взяла где-то такой пучочек, заварила вот в таком количестве воды. Можно, конечно, меньше. Я делаю все на глаз. Поэтому, что вам сердце подсказывает, так и творите. Вот такой пучочек я заварила в кипятке. Дала настояться где-то минут 10-15, наверное. И потом, вот, пожалуйста, немножечко отлила, если видно, жидкость получилась такого слабого зелененького оттеночка. У нас заваренная петрушечка. Потом я взяла обыкновенную картошечку. Я просто ее разрезала, вот даже половинку от этой картошки, натерла на терочке. У нас получилось где-то здесь чайная ложка, наверное, картошки. Потом я взяла чайную ложечку обыкновенных овсяных хлопьей. Вы знаете, посмотрите, любые хлопья подойдут. Быстро готовящиеся или долго готовящиеся. Если у вас большие хлопья такие, их можно потолочь. Вы знаете, что я делаю? Я беру просто вот так вот
и между пальчиками растираю. Она замечательно растирается и превращается вот в такую вот мягкую и нежную муку. Вот, пожалуйста. Раз, и она уже достаточно мелкой консистенции. И мы все это смешиваем. Мы берем немножечко тертой картошечки. У нас всего два глазика. Если, конечно, вы будете делать на всю семью, а в семье у вас 10 человек, то тогда вот такой вот размер как раз вам и хватит. А нам даже достаточно вот такого количества, и то, мне кажется, будет много. Но я иногда кладу это все в холодильничек, и на следующий день также использую, даже оно еще лучше в холодном виде. И потом я добавляю наш настой из петрушечки и перемешиваю. И у нас получается вот такая вот консистенция кашки. Консистенция кашки. Так, и там уже смотрите, как на ваш вкус, как вы любите. Я люблю, чтобы она вот такая вот была немножечко жиденькая. И все, в принципе, все готово. Очень легко и просто. Эта маска наносится на наши глазки. Можно на всю поверхность, и верхнюю, и нижнюю часть глазок. Я обычно наношу на нижнюю. Что я делаю? Нам понадобится ватный диск. Я его разрезаю на две части. И потом мы обмакиваем одну, обмакиваем вторую. И вот у нас получилось два диска, смоченных в этом растворе. И потом нежно. Так, жидкость можно лишнюю слить. Нежно мы накладываем на глазки и оставляем на 15-20 минут. После этого можно смыть тепленькой водичкой и протереть тепленьким молочком. Это убирает адутловатость, а глазки не опухают и разглаживаются наши морщинки от веселого, хорошего настроения. И обычно, когда вы делаете такие процедуры, нужно выключить свет, нужно выключить телефоны, телевизоры, лечь на диванчике, расслабиться, закрыть глазки и подумать, что красота – это очень приятное, очень достойное тело каждого. И 5-10 минут в день каждая женщина просто должна себе уделять время для красоты. И просто полежать и подумать о чем-то хорошем. Подумайте, что скоро весна. Подумайте, что скоро время отпуска. И независимо, что вы будете делать, вы будете красивы, вы будете веселы и добры. Так что, кому понравилось, попробуйте. А я выключаю камеру, прощаюсь и пойду полежать на диванчике. Пока-пока, до новых встреч в эфире!